Итак, господа, продолжаем. Значит, приветствую всех на своем канале. С вами снова Evil Alex, и мы продолжаем играть в Singularity. Значит, в прошлой серии мы попали на остров вместе с группой спецназа. Насколько я понял, мы американцы. И значит, есть в Советском Союзе остров, который назвали Каторга 12. Здесь нашли элемент, который прям, ну, вообще прям классный. И вот видите, что он, ну, что из-за него произошло. Так, записка. Не знаю, что замышляет директор, но с тех пор, как всем назначили места в столовую нескольких учеников, началась сильная рвота. Сегодня вечером проверю кухню, хочу узнать, чем они кормят детей. Если найду что-нибудь подозрительное, сообщу Диме, чего он все уладит. Те, кто не смотрел первую серию, очень советую это сделать, потому что, ну, вы хотя бы примерно будете знать персонажей, в отличие от меня. Так, тут у нас, походу, опять очередной фильмец. Ну, погнали. Е это... Это наш лучший друг, доктор Е-99. Вот наш ответ растущей угрозе со стороны США. Американцы создали мощное оружие, атомную бомбу, и уже испытали ее на двух больших городах. Но благодаря недавнему открытию у нас есть достойный ответ. Мы покорили мощь элемента Е-99. Е-99 – редкий элемент, добываемый глубоко под землей только на этом острове. Для изучения его свойств была построена база Каторга-12. Наши ученые верят, что однажды с помощью Е-99 они смогут творить настоящие чудеса, превращать неплодородные земли в цветущие сады. Из инвалида делать супербойца. Они даже мечтают, что смогут обратить время вспять и вернуть старикам молодость. Е-99 нам больше не страшна американская атомная бомба. Возможности Е-99 поистине безграничны. Кто знает, возможно, с его помощью мы сможем скоро путешествовать во времени. Как бы мы ни применяли Е-99, мы будем спать спокойно, зная, что он защитит нас от происков империалистического Запада и сделает Советский Союз главенствующей мировой державой. Окей. Оттуда сейчас эта хрень опять выпрыгнет. Я более чем уверен. Так, пистолет у нас перезаряжен. Сюда нельзя. Так, ребят, значит, лучше вдохните и держите. Я это тоже сделаю. Потому что кирпичей эта игра дает так нормально. Туда я не пройду. Так, вдохнули, да? Ну, погнали дальше. Тихо, аккуратненько. Почему мне во время обеда нельзя сидеть за столом с друзьями? Нас рассаживают по отдельным столам и заставляют есть то, что дают на тарелке. И меняться нельзя. Хотя я есть все равно не хочу. У меня живот сильно болит уже несколько дней. Тихо. Аккуратненько. Так, а кто помнит, куда нам идти?
Так, мы пришли. Ага. Так. Так, table. И на table ничего. Ага. Здесь тоже ничего, детские рисунки. Ой, ладно, пока можете выдохнуть. Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Ну, вот здесь записка. Сегодня мой первый день в школе. Мы с мамой и папой переехали сюда на прошлой неделе. Я не хотел уезжать, потому что все мои друзья остались дома. Но папа говорит, что у меня скоро будут новые. Папа не рассказывает, чем занимается. Ой. На новой работе. Но обещает, что здесь нам будет лучше. А еще он разрешил мне завести щенка. Сегодня мы смотрели на уроке фильм про доктора Е-99. Может быть, мой папа работает вместе с этим доктором. Эй, девочка Наташа. Так, окей. А мне куда? Значит, все-таки туда. Ладно. Ага, нам походу вот сюда. Ой, да ну нет. Ну не хочу я туда. А туда не пройти. Да ну ёперный театр. Твою мать, это что за хрень? Возьми эту хрень. Перевяжись. Самая проблема в том, что меня ждет еще одна такая хрень. В принципе, все как обычно. Тихо. Давайте лучше вот так стрелять. Иди нахрен! Так, видимо, ножом все-таки эту мразь можно завалить. Только надо успеть нажать на кнопку. Автомат, автомат, автомат. АП-9 Валькирия. Основной автомат СССР. Получил прозвище «Выбор Сталина» за идеальное сочетание убойной силы и дальности и точности. Так, Мразина, ты где? Вот так вот мне уже легче живется.
Я чувствую, сотка патронов у нас с вами улетит очень быстро. Вы даже не представляете, насколько быстро. А, ну тут, в принципе, ходы все перекрыты. Так, помните, господа. Рэнди, ты жив? Я в голову скопытился. Да, я жив. Помоги мне! Твою мать! Они лезут! Поджарим их! Стреляй! Я в процессе! Чувак, ты куда поехал? Мы должны были быть спасателем еще вчера. Уходим отсюда. Ага. Я не знаю, что это за хрень, но мы в жопе. Ты меня спрашиваешь? Сила. Что, русские создали? И если да, то зачем? Ну как тебе сказать, братан, это последствия. В инструктаже не упоминался огромный столб энергии, бьющий в небо. Это так. Титан 1, говорит Девлин 4-1, прием. Да не свяжешься ты с ними. Титан 1, говорит Девлин 4-1 на аварийной частоте. Ответьте, возможно ли эвакуация? Чувак, мы в другом этом, как его, измерении. Мы в другом времени, мы в другой параллели. Забей. Так, аудиозапись. Давайте послушаем. Люди собираются у ворот на пристани. Говорят, в сторожевых катерах всем места не хватит. Эх, была бы у нас жемчужина. Стоп, жемчужина? Не, я понял, но я не понял, что это. Так, а где? А, видимо, туда побежал. Раздражает то, что, блин, нету ни карты, ни хрена. Ладно, не туда он побежал. А ну, тихо. А, вот сюда? Надо следовать плану. Пойдем к радиовышке, может, там найдем полезное оборудование. Ай, погнали. Добраться до радиовышки и связаться. На заброшенное место это никак не тянет. Да не, нормально. Давайте еще один фильмец. Это не так. По идее, мы должны слышать сигнал. Завали рот. Мы занимаемся важной работой в каторге 12. Надеюсь, отряд за нами в эту гребаную дыру уже отправили. Наша задача обеспечить защиту острова. Провести лекцию по безопасности нам поможет доктор Е-99. Нет места лучше, чем каторга 12. Ну да. Здесь много интересных мест, где можно поиграть с друзьями. Да. Но есть на острове и опасные зоны. Если вы хотите внести свой вклад в процветание каторги 12, то соблюдайте осторожность и обходите эти места. Окей. К примеру, строительство некоторых зданий и дорог еще не завершено. Для детей эти районы могут быть опасны. Мы также проводим важные опыты с применением Е-99. Хоть это и наш друг, но иногда и с ним надо быть очень осторожным. Это мальчик Ваня и его собака. Они должны неукоснительно следовать нам. Ай-яй-яй, кажется, Ванин пес забрел туда, куда не следует. Ване станет нехорошо, если он подойдет слишком близко к заводу. Чтобы вас не постигла та же судьба, помните, безопасность в каторге 12 – задача каждого из нас. И разумеется, при любых обстоятельствах мы должны помнить о самом главном. О чем? Ага, отлично. Все это стало возможным благодаря Николаю Девичеву.
Ага, часть пленки нету. Отлично. Так, тут написано реактор. Че-че-че. Ну-ка, тихо. Инаугурационный день. Пресс-центр школы. А, школу иди туда. Сюда пресс-центр, офис копий. Автомат перез... Форма не совсем та, что я видел, но это абсолютно точно русский солдат, я уверен. Бери дробовик. Волк. Самозарядный дробовик, очень эффективных на ближних сценах. Что за хрень? Окей. Серьезно? Быстрее, помоги сдвинуть камеру. Текстурки, 85-й год. Ну, лично мне уже не страшно. Открывай двери, прикрывай. Отлично. На! За мной! Все чисто! Да я смотреться-то хоть... Дрэнка, а куда она? Я пойду слева! Завали! Я в процессе. Стой, 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 стой. Еще толпа хреней вылезла. Да откуда? Пошел ты. Иди нахрен, просто мразина. Тварь голимая. Сдохни, тебя никто не просил вставать. Я в жопе, я в жопе, я в жопе, я в жопе, я в жопе. Ладно, я не в жопе. Что, Яна? Что, как? О, все, прыгну. Оп, погнали. Давай. О, нормально вообще, вообще. В смысле? Блин, я уж испугал, что ее потерял. Черт, заперто. Я буду держать оборону, а ты придумай, как ее Секунду. Рот свой, пожалуйста. Перезаряжаю оружие. Я побуду здесь, а ты открой дверь. Заваливайся. Ну! Так, это что? Боеприпасы. Не знаю, что, но мне это нужно. А вот и радиовышка. Сейчас свяжемся с Титаном 1 и свалим отсюда. Угу. Чё-то, мне кажется, не все будет так просто, братан. За мной! Погнали. Тихо, стой. Я добрался до пристани, но все катера уже отчалили. Свободных мест больше не было, военные обещали вернуться. Смешно. Но я боюсь, что случится новый выброс гораздо опаснее прежнего. Я видел показания. Худше еще впереди. И я не могу найти свою Надю.
Так, ладно, давайте продолжим в следующей серии. Значит, добежим до радиовышки, свяжемся с Титаном-1. Давайте подлечимся. Так, все, отлично. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и пока.